скандал, разгоревшийся вокруг маркетплейса Wildberries, в последние дни обсуждает вся страна. Супруги Владислав и Татьяна Бакальчук разводятся и делят имущество, обращаясь к влиятельным покровителям. Сегодня стало известно, что владеющий 1% акций ООО Wildberries мужчина направил 2 досудебные претензии, связанные с доменом интернет-площадки. В частности, Бакальчук недоволен тем, что домен, который должен быть признан совместно нажитым имуществом, без его ведома и согласия передали в пользование РВБ, Wildberries плюс Русаутдор. Предприниматель хочет аннулировать это решение. Бакальчук ВС. Не давал согласия на передачу домена ни Бакальчук ТВ, ни ООО РВБ. Напротив, передача домена была осуществлена в период конфликтной ситуации, в то время, когда супруги совместно не проживали и личная коммуникация была утеряна, отмечается в документе, который цитирует телеграм-канал «База». Еще одна претензия адресована лично Татьяне, действовавшей в качестве генерального директора ООО Wildberries. Владислав уверен, что передачу домена РВБ следует рассматривать как крупную сделку, которая, согласно законодательству, требует общего собрания. По факту это означает, что решение должно было быть согласовано с самим Бакальчуком, владеющим 1% компании. Если претензии будут проигнорированы, бизнесмен собирается идти в суд. Отметим, что о ситуации вокруг Wildberries известно президенту. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объявил, что Владимир Путин дал согласие на объединение компании с Русаутдор.